Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Ресурс Молд. С вами Северин, и мы продолжаем играть в замечательную игру Seven Days to Die. Похождение кракозябры. Привет, ребята! Опять мы с вами. Вот. Значит так, я пошла, понаделала колев, решила все-таки укрепить нашу эту базу. А то что-то слишком много зомбей вокруг развелось. И, как я говорила, я построил вот такой мостик. Вход тут, вход там. Это на случай чего-то наш побег в ту сторону. Вот. Потому что я не хочу, чтобы аптека разрушалась, если зомби на нас нападут. Будем убегать через тот магазин. Дальше. Вот я ступенечки сделала. Дырочку все как полагается. Там дырочку, единственное, чтобы только не свалиться. Надо будет еще, наверное, Иван по ту сторону кружков поставить. Вот. Далее что? Как я и обещала, мы пойдем вот посмотрим вон тот вот ящик. Для начала. Я вот тут вот везде костры разместила. Поставила, тут сделала кастрюльки, гриль. И вот такие химстаканы для приготовления более важного. На нас напали собаки. Так, я сейчас сделаю... Вот. Вот. У нас что тут не хватает? Три больших камня. Так, глина. Ага, трубочки есть, все есть. Чего не хватает? Так, эти меха есть. Глина есть, три больших камня. Таких. В чем проблема? Так, давайте попробуем. Тупо не знаю, что за глюки. Сделать по памяти. Так, три больших снизу, да? Так, трубочку куда сюда воткнем. И меха сверху. Так, делается. Не? Меха снизу? Не может быть. Не, все правильно. Иначе бы рисунок не появился. Что у нас не... Тьфу, дерт! Землю взяли, молодцы! Как всегда, кракозябра на высоте. Вот, просто пока мы добывали глину, мы взяли немножко и земли. Так. Вот, загорелась надпись, все, делаем печь. У нас тут... Заканчивается вот свинец. Надо немножко свинец перерабатывать. Я ходила вот тут, порубила много деревьев. Эти как расчистила площадочку кустиков, деревьев. С той стороны мы добыли глину. Не могла долго ее найти. Вот. И на нас напала свора собак. Я покажу, что она там понаделала. Защищаясь от них, я... Считайте, все патроны от шотгана израсходовал. Вот один остался. Сейчас посмотрим. Перезарядим. Да. Все, 8 патронов. То есть больше у нас патронов нету. Вот так мы зажили, ребята. Так, попробуем поставить печку. И пока мы будем бежать за ящиком... Может, что-то и успеем из свинца сделать хотя бы. Где у нас тут свинец? Ой, как мало. Сначала вот это запустим. Потом это поставим. Может, вытянет хоть на одну. На один слиток. Так. Мы немножко собрали уголька. Нашли уголек. Так. Стоять. А мы-то не понаделали еще формочек. Какие мы умнички. Так, глина. Но штуки. Штук 8, наверное, хватит. Сделаем. Вот. Такие вот комочки глиняные, из которых слепим формочки. Видите, я все это при вас сделаю. Далее. У нас уже первый олень попался. На корушках. Вон там вот его труп. Это не зомби, это олень. Я услышал предсмертное. И понял, что ловушка сработала. Одна из ловушечек.
Так. Вот столько всего рассказывать. Выйдем сейчас из дома, я вам все покажу. Так, далее. Что у нас тут по формочках? Так, это пока не надо, не надо. Так, давай металлическую формочку сделаем. Свинцовую. Так. Ладненько, стальную. Вот так и быть. Для меди. У нас медь там тоже валяется. Так. Поставим сверху тут ящичек. Да. Так, ладненько. Ящик у нас, по-моему, в этой категории. Где он? Сложим туда формочки. Давай. Вот так. Так, это нам пока не надо. Пока не надо. Пока не надо. А вот свинец нам понадобится. А вот по возможности еще сделать одну печку. Так, смотрим тут. У нас получается 0,3, да? А переработанная одна 0,5. Ага. Немножко теряем, потому что надо 2 сделать по 0,3, чтобы одну вот такую. Ну, теряем незначительно. Так, давайте кидаем. Все загорелось. Так, дровишки подкинули. Пошел слиточек. Так, и закидываем дальше. Ладно, я дров много насобирал, не жалко. Гори. Еще насобираю. И вот у нас скоро будет целый слиток. Отлично, великолепно. Ладненько, пусть он пока делается. Так, мы все лишнее оставим. Давайте, может, все-таки в этот ящик сложим. Часть уголька. Нам слишком много не надо. Равно 50 штук оставим. Остальное берем с собой. Так. Так, я не понял, а что за глюк-переглюк. Так, это оставим, а тут мы понаделаем еще дополнительных металлических листочков для ремонта. Тем более, нам, наверное, придется постоянно теперь этой дубинкой отбиваться, пока мы не сделаем для шотгана патроны. Орда очень много у нас позабирала патронов, почти все на нее ушло. Так, сразу отремонтируем дубиночку. Две штучки, это немножко. Лучочек. Одна палочка, великолепно. Экономим. И шотган. Три ремкомплекта. Все. И мы очень жрать хотим, как я понял, да? Так, что у нас тут из поесть? Из поесть очень мало. Ладненько. Давайте в руке подержим и покушаем. И пойдемте, я вам покажу, что мы тут понаделали. Ага, прыг-поскок. Так, закрываем дверцу, это обязательно. Надо будет этот камень разнести и тут поставить еще ловушку перед входом. Так, вот такую вот мы оборону сделали. Я осветила наши колонны факелами. Со всех сторон. Я вам все сейчас расскажу. Вот такие ловушечки. Тут, там, все. Опять собаки. Ребят, смотрите, сколько их много. Простите, я текаю. Я тупо текаю. Вот такая же свора только недавно на меня напала. Я еле ноги унесла. Они за мной несутся. Может, на колях погибнут. Далее, зомби сюда вошли, в это здание. Начали тут все рушить. Мне пришлось зайти, немножко с ними разобраться. Все-таки ящики жалко. И тут я погибла. Так что пришлось потом возвращаться назад. Ну как же так неудачно, а? Может, все-таки потихонечку разберусь с ними? Коли помогут.
Я чувствую и слышу, что они там дохнут. Дохнут, больно им на колях. Эй, вы собаки! Я побольше вон там коля понаделала, почему? О, сколько их подохло. Потом что, помните, когда орда пришла, они что-то на тут толпились, на эту машину залезли. Опять шкурку собираем. Ай, на-на-на-на-на-на. Не дотягиваемся, на. А ну-ка, с твоей стороны подойдем. О, тут есть что собрать. Как они тут пробегать хотели мимо? Не знаю. Давай побыстрее. Ага. Пока не превратились в кучку непонятно чего. Так. Я не понимаю, почему тут столько собак. Ай-яй-яй. А это как? Не успели шкуру собрать. Чё-то я вообще не посмотрел, что у меня со здоровьем. Она, наверное, с теми собаками сражалась. И они меня укокошили. Так, ребятки. Возле нашего дома респаунились, да? Обидно. Это казачок со всем оружием там остался. Так. Ну что, давайте хотя бы топорик сделаем. Хотела вам много чего показать, не успела. Ну, хоть шкурки чуть пособирали. Так. Ага. Мишка воюет. Пойти помочь, что ли? А, у меня это шотган. Он слабенький. Там пару патронов. О, фиолетовый топор, ребятки! Хе-хе, живем! Так, давайте лучочек сейчас сделаем. Бам! Не поняла. А, у нас палочек мало. Надо, короче, доски переработать на палки. Ладно, потом сначала лук сделаем. Это мы очень много на Коля потратили. Ага, трупик, трупик. Я вижу, это трупик зомби. Так, постараемся украсть его. Двоих замочил сразу, Миша, молодец. Так, я твоя подруга. Френд. Всё, иди, иди, иди. Чё ты встал, иди. Так, ребята, лук все равно по-прежнему синего цвета. Так, на всякий случай зарядим. Тихонечко. Тихонечко. Прям под носом обыщем. Значит так, я пройду, ты не на меня не полезешь, я тебя не трону. Ща, у нас дружба. Дружественный медведь. А с тобой у меня дружбы нету. Ты меня так достал своими... И опять попкой повернулась. Вот видите ко мне какое отношение? Чуть что так попкой поворачивается? А ну покажи свое личико, Гюльчатай. Хрюльник свой. Опять попа повернулась. Так, она меня достала, ребят. Ты меня достала, свинья! Мне шкурка нужна. Я наконец научился обрабатывать кожу. Не так давно мы с вами изучили этот рецепт. Так что сейчас мы будем делать доспехи. А ну стоять, свинья. Да, получила? По срачнику. Ага. Ага. Куда, куда, куда? Это не камень. Не удастся тебе меня провести. Давай же умирай. Давай, свинья. Ага, больно, да? Так, зомби, отвали. Это моя свинья, не пугай ее. Еще будет у нее инфаркт. Я столько охочусь, а все тебе достанется. Ну все. Сам виноват.
на ровном месте убежала, упала и померла. Ну, 5 кусочков мяса — это довольно-таки неплохо. Ну, дай сюда косточку, оставь при себе. Так. Да, обидно, что мы... Что-то часто мы отправляемся на тот свет. Знаете, я вот так подумал, а может и дубиночку как бы сделать? Это паршивое. Может, фиолетового цвета будет. Давайте посмотрим. Посмотрим. Пока что лук у нас качество не очень-то. А не очень-то, это значит, он быстро ломается. Так. Может, пройти через первую базу? Собрать, что мы там имеем? Печка-то у нас в другом месте. Может, и спальник сделать там еще один. Даже не знаю. Так. Дубинка. Фиолетовая. Вот что я требовалось доказать. Далее. Далее. Что я хотела? А! Давай! На палочке перерабатывайся. Вот. Итак, мы... Очень много нарубили там деревьев, вы видели. Я, чтобы соорудить печь. Ай-яй-яй, не падаем, не падаем, держимся. Наш лагеречек, помните, со срезанной вон верхушечкой? Медсестер нету, проходим мимо, не обращаем внимания. Ну, можем язык разве что показать. Все, бежим дальше. Вот. И я решил сделать и там по переработке. По переработке свинца, металлов, слитки. Потому что зомби хорошо нас потрепали. Патрончики-то у нас закончились. О, какой обрыв. Мама родная. Высоковато вообще-то. А? Вот он спуск более-менее. Это кошмар по этим горам лазить. Фу, спустились, как хорошо. Так, бежим дальше, споткнулись о мусорку, посмотрели, собрали. Или ничего не собрали. Мусорка подлая. Ничего не имеет. Так, еще мусорка. Это ты, зомби, все тут понасобирал. О, ребята, у нас один лишний патрончик будет, если будем защищаться. Может, его нам и не хватит. Так что делаем, делаем, делаем. Бумаги у нас сейчас пока предостаточно. Ну, дроби более-менее. Надо начать делать порох. Найти пещерку. Ладно, еще тебя посмотрю. Мусорка это святое. А? Не зря остановилась. Одна перышка и ткань. Хоть что-то. Так, а с этой базы потом пойдем на нашу ту базу. Возьмем, что можно переплавить. Особенно это касается... свинья, блин. Свинья, прости. И медсестра мне нужна. Ладно, по-быстрому. Луком слишком долго тут орудовать надо. Ничего. Так, они рушат мое здание, мою аптеку. Ладно, свинью оставим тогда в покое. Надо разобраться с захватчиками. Слышите, бьют, бьют. Так, а эту же оборону никакую не поставил. Кто-то зашел сюда. О, разбили. Так, на месте преступления застало. Сюда. Штраф. Так, и тебя в наказание. Смотри, забрались они мне в магазин. Надо и тут будет как-то сделать защиту из кольев. Да что это за безобразие? О, да. Да что ж такое? Ага.
Так не рушить мне здание! А, страшная какая зомбячка! Вы что, мне аптеку рушите? Подожди, вон с тем сначала разберусь. Смотри, стоит и вовсю махает граблями. Ай! Кровотечение? Так, ребяточки, текаем, текаем, текаем. Я слишком много на себя взяла, да, оставьте меня в покое. Ребятки, яй-яй-яй-яй-яй. А у нас нету бинта. Не сообразили мы. А, по-быстрому. Остановка. А то сейчас все здоровье уйдет. Так, ты мне кровь пустил, да? Скотина! Еще и пустышка ничего не имеет. Так, ребятки, назад, назад, назад. Мы тут не осмотрели. Вот этого толстяка не осмотрели. А сколько он еды имеет. Ну что это? Что это за проникновение, ребят? Хорошая рейдерская атака. На мою базу. Где? 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 Все мне тут порушили. Да ча, под ногами мусорка пройти мешает. Ладно, обойдем. Но это ползун, судя по тому, что нету. Шипения много, толку мало. И где этот ползун? Не вижу. Так, тут мы не везде собрали. В общем так, он снаружи, насколько я понял. Просто зайти не может. А шипит по полной. Да, ребятки. Вот он. Ну, чё ты шипишь? Значит так. На тебе стекло и косточку. Это ходит нищий мне тут. Да, хорошая атака. Хорошо, что я тут появилась. Надо иногда заглядывать. Вот та база, которая не имеет, свинья застряла. Не имеет нормальной защиты. Будут постоянно вот так подвергаться разным нападкам. Ну что? Давай! Давай! Ну? Все, расчистила. Давайте дверку делаем, ребят. У меня с досками проблема. Сразу надо было догадаться. То одно, то другое. Что за жизнь? Давай. Так, а мы пока свиньей займемся. Пусть доски у нас делаются. Где она тут? Застрявшая. Уже убежала, да? Ладно, повезло тебе. Так, а нам придется дверь по новой ставить. Это кошмар, ребята, кошмар. Так, уберем сучек у него из-под папки. Придется мне тут тоже сделать. Стоять. Так, дверцу. Сделать коле. И все здание по периметру ими обставить. Это что-то немного себе стали позволять. Пока меня тут нету. Смотрите, что вытворяют. Порушили мне тут все здание. Знаете, сколько плитку стоит поставить? Давай, давай. Кровавое месиво, убирайся отсюда. Пару зомби, целый Мамаев курган из крови вырос. Рушат они мне тут все.
Давай. Давай, привидение, зависшее в воздухе. Ай. Фу, а сколько крови. Так. Успели убрать, пока не начал гнить. Да, порушили они мне тут слегонца. Негодяи. Так. У нас приближается ночь. Давайте подниматься наверх. Еще. Да, ребятки. Защита тут никакая. На той базе постоянно собаки нас атакуют. А на этой надо вход, кстати, обрисовать. Давайте еще одну дверцу закажем. Да, и вот фреймы. Ну, пока на все. Я посмотрю, что у нас тут сложить, куда, где. Так мы эту базу вообще, так получается, не освоили, да? Просто так зашли. Посидеть. Ага. Ну ладно. Долго и задерживаться не будем. Раз так. Так. На доски переделывайся. По-любому нам надо выходить, идти дальше. Надо на ту базу. Так. Сюда. Оба. Сюда. Сюда. Мы не первый раз так выживаем. Так, сюда. Сюда. Отлично. Еще вот фрейм у нас получается. Два, три. Раз, два, три. Поехал. Так. Сюда. 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 И сюда. Так, ты лишний получается, да? Так. Перья. На стрелы. Да, у нас со здоровьем не очень. Надо будет... Так. Может, аптечку принять? Подождем. Так. Ну, давай. Не тормозись, не корсни. База у нас, по-моему, не здесь. Сейчас мы сделаем, как бы, вход сюда. И пойдем на. Куда мы пойдем? Готово, все. Ага. Пойдем сюда, здесь у нас, по-моему, база. На заправке. А поэтому аптека не имела никакой защиты. Что база у нас там. Вот теперь поставим хоть какую-то защиту. Так, они в основном вот это все не бьют. Бьют по дверям. Так что у нас с вами есть время. Вон освещенная местность. Вот это обжит. Это обжитое место. Так. Ладненько. Ага. Да.
Нарвалась! И вот надо, чтобы мы еще тут погибли. Так. Ничего. Отлично. Давай быстрее обыскивайся. Ребятки, мне срочно нужна аптечка. Нам не дадут ее пока собрать. Так, быстренько принимаем. Я думаю, надо с зомбями разделаться. А то мне все здание разрушит тут снизу. Че размахался? Так, еще кто-то там бродит. Да не танцуют эти танцы смерти. А-а-а. Со стороны аптеки бежит. Ну, грабанула я вас чуть-чуть в прошлый раз, и что? О, иди сюда, иди, иди. Давай, давай, пролезай. Куда пошел? Да вот я почти тебя достала. Иди сюда, цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Так, пошел в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. Привет. Сюда. Так, ребятки. Стараемся залезть наверх. Мы выдержали атаку. Луна такая стрёмная. Вот. Думаю, не будем тут супер ставить. Хватит одного вот фрейма. А мы тут сейчас посмотрим. Смотреть есть на что. Так, ребятки. Ай, придется тут дополнительных ящичков понаделать. Сюда иди. Вот шкурок возьмем. Так, медицинский ящик, почему бы нет? Давай сюда бинт. Так, и ящик, чтобы перекусить. Без проблем сделаем сейчас. Так, медицинский. Дрова. Сейчас немножко тут будем облагораживать место. Ага, давай, давай, давай. Так, перекосим. С консервной банки сейчас сделаем ящик для еды. Ой, что это я беру? Где доски? Я уже, извините, руки трясутся после всех этих пережитых эмоций. Так. Где мы будем ставить? Наверное, здесь, да, где-то? Место готовки. Так, медицинский ящик. Сюда в уголочек. Подальше. Так, здесь у нас будет еще костерчик дополнительный. Так, и всякое-всякое-всякое-привсякое. Сейчас посмотрим. У нас камешек какой-то есть большой. Ящик еще один сделать. Ну, давай такой ящик сделаем, чтобы отличался от других. Сюда. Ну. И будем содержать всякое-всякое-всякое. Давай сюда. Так. Хотя разберемся, что у нас тут. Ящик для аптечки. Спиртик. Так, самое важное, это избавиться в первую очередь от мяса, то оно очень тут воняет у нас с вами. Так, пустые баночки где-то так понизу закину. Так. На переработку. На переработку. Свинец один, может, еще сейчас понадобираем.
Что у нас тут есть? Так. Ну, возьмем из еды сначала все. Понаскладываем там. О, можем перекусить. Поехали. Немножко, видите, порядочек тут наводим. Тарелочка сюда. Так. Готовое мясо. Если нам пока не хочется, что есть очень хорошо. Так, простая водичка. Яички. Заплесневелый хлеб. А, как я и говорил, тут всякую бяку. А, так, это мы с собой забираем. А не понял, а где шотган? Ребятки. А, я только сейчас обратил внимание, что шотгана нету. А, он здесь был! Ребята! Где мы могли его потерять? Ай, мана. Ай, горе. Вы даже не представляете, какое это горе. Без шотгана остались. Вот это да. Вот это сюрприз. Подкрался незаметно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же так, ребята? Как же так? У меня все, у меня настроение упало. Давай, перерабатывайся. Перерабатывайся. Сюда. Так, медицина. Все, настроения больше нету. А давайте одну аптечку оставим, может одной нам хватит. Чтоб у нас тут тоже что-то было. А понаделаем еще сейчас бинтов. А? Побольше. Так. 10. Так, я не знаю, каким макаром, но мы его потеряли. Помните, как я расстроилась? Когда шотгана не стало. А, подождите. Так нас же убили. Шотган сейчас в другом месте. Вот дура нашла, что причитать. Где рюкзак на карте? Вон он. Фу. Сама себя напугала. И вас ввела в заблуждение. Так. Бинтов достаточно. Так, на всякий случай. Надо быть готовой ко всему. Так, всякая фигня. Травинка тоже иди сюда. Ладно, и ты посиди здесь. Доски поставим. Пусть будут поменьше. Еще понаделаем вон сколько. Можем даже немножко сделать. И поленьев, чтобы что-то готовить. Мы щедрые. Ай, 20 штук. Сами к себе щедрые. Вот это я сама себя напугала. Еще надо было умудриться расстроиться, а? Так, 10-миллиметровые. Шахты тут поблизости нигде нету. Так, больше ничего пока делать не будем. Шахта. А вот тут вот что-то темненькое, ребята. Давайте сюда пойдем, во! Две шахты даже. Это по дороге к нашей новой базе. Почти что по дороге. Зомби сейчас бегать уже не могут. И мы немножко соберем. Соберем нитратов для производства пороха. О, страшной кучи. О, ребята!
А что значит женская короткая память? Сама себя напугала! А, где шотган? А, потеряла, а? Как я могла потерять шотган? Я уже думал, может, мы их рюк-крюк. Рук-крюк. Выпало как-то. Всё, спасибо. Спасибо, домик. Вряд ли там что-то еще респаунеру. Слишком мало времени прошло. Так. А мы пойдем. Пойдем мы. Да, кстати. По дороге три штучки есть. Попробуем, может, еще один лук сделать. Я жду фиолетового цвета. Да, и уголь нам нужен. Потому что порох. Для производства пороха нужны. Вот. Уголь и соли нитрата. Так что побольше набираем сейчас. Ухля. Ага. Давай, давай, давай. Понимаю, что тяжело. Но это очень-очень для нас надо, необходимо. Да, и шкурочки, кстати. А шкурки я взяла? Взяла. Шкурочки нужны. Может, удастся еще его убить, а? Камушек. Монстрячка. Взяла, спугнула. Так, вы мне не интересны. Мне вон рогатый интересен. Так, подними голову. С приседа. Сильный удар. Быстро. Как я могла промахнуться? Так, давай быстрее. Да стоять! Подними башку! Ага. Зомби спугнули. Так. Надо старым неандертальским методом. А-на-на-на-на-на! Стоять! Сейчас кровь у меня истечешь! И умаешься! Так, я что, устала? Крокозябрушка, ну ты совесть имей. Это что за охота? Ладно, остановись, постой. Соберем, что тут есть. О, как далеко убежал от нас. Мы сейчас шкурку потеряем. Че, к какому-то домику нас привел? А, на зомбей нас выводишь, да, да, на зомбей. Че, между ними скочишь? Стоять! Бодрый! Так, так как мы устали, придется, я думаю, стрелами его стараться добить. О, тут медсестрички. Так. И хватает же у него сил столько бегать. Так, тихонечко. Есть, подпрыгнул он у меня. Так, ребята, там много медсестер. Я думаю, стоит вернуться. Ой, яички мы собрали. Если и тут яички будут, будет великолепно. К сожалению, нету. Так. Пострелять вас, что ли, из лука? Давно не стрелял. Девушка. Стоять, стоять, стоять. Спокойно. Быстро обыскиваем. Убеждаемся, там ничего нету. Ползу, не прячься в траве. Он за кустиком заныкался. Да вижу я тебя. Обходит он. Притворяется, что как бы ни при чем, ни при делах. Но, ребята, я так привык быстро их убивать, что лук мне уже кажется очень долго. Так. Спасибо за косточки. Так. В общем так. По-быстрому сработаем. Хотя бы одну успеем обыскать. А-а-а. Да что ж вы навалились?
Мне в куче потом тяжелее смотреть. Кровь пустили мне. Негодяи. Негодяи! И ты негодяй, хоть и ползешь. Дайте медсёстры рассмотреть, мне важнее бинты найти. Фу. Я где медсёстрички? Оста. О, кровь. Вот ты тут. Ладненько, давайте хотя бы этих, чтобы успеть. А то пока с одним разбираюсь, со вторым времени не остается. Давай забирайся! Я не могу в таких условиях спокойно собирать, когда к тебе подходят такие верзилы. Так, стараемся собирать сначала с тех трупов, которые раньше убиты. Они быстрее будут разлагаться. Так. Быстро переработка. Так, давай сюда, сюда, давай меняться трубку на косточку, отлично, так, переработка, 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 толстяки, жирок, где еще тут были? Все сдулись, да? Так, этого я... О, вот еще не смотрел. Я помню, что один толстяк не осмотрен таможней. А как на глазах куча эти образуется. Так, похоже, оборону домика мы сломали. Ну, раз оборону мы сломали... Ну, тогда тук-тук. На, и заодно свою дверь поставим. Ток-ток, я твой друг. Чтобы нам не мешали нормально обыскивать. Так. А так. Знаете, я не могу понять, почему я не могу делать лук нормальный. Вот смотрите, тоже синий, 495. 455, иди отсюда. Не позорь. Не позорь меня. Так, стрел мало. Сейчас мы по максимуму еще понаделаем. Кофеек, иди сюда. Порох. Вот еще патронки сделаем. Показывай, что у тебя. Какие книжки имеем? Ну, книжки никакие. Так, еще перерабатывается. Но бумагу я смогу. Смогу сделать. Вернее, бумагу смогу. Смогу сделать с бумаги патрончики дополнительно. Так, пусто. Так, ну что, дырочку сделали? Ага. Еще одна дверь. Оригинально. Так, ку-ку. Там никто не спрятался, не? Ку-ку. Тумбочка. О, бандана фиолетового цвета. Посмотрим. Так, тут мне нравится, когда сумка какая-то, а не мусорка. В прошлый раз мы... Еще пирожки на переработку. 150, отлично. В прошлый раз мы с вами тут в сумке нашли... Ах ты... Давай, ломайся. Шлем с фонариком. Каску. Кстати, надо будет посмотреть. И тут сумка была в нашем домике. Тут непонятно что. Давай уже делайся, сколько вы можете делаться. Так долго стрелы делаются, ребят. Ну, понятно. Тут мы уже ничего взять не сможем. Потому что слишком долго эти стрелы перерабатываются. Крафтятся. Так. Еще? Да сколько можно? Этими стрелами уже толком и не пользуюсь. Так.
Аккуратненько. Ничего такого, чтобы... Хо-хо-хо. Так, где еще книжка прочитанная? О. Переработка. А сколько сейчас мы места освободим? Это... Так, кажется, что места нет. На самом деле его тут полным-полно. И что еще хотел сказать? Пусто, да? Собираем все. Это... Все, на скраб. Я не в восторге всего этого. Так, может, здоровье поднимется чуть-чуть. Давайте витаминчиков покушаем. Ага. Можем, вот у нас есть спирт на той базе. Сделаем аптечки. А теперь посмотрим из еды. Так, пустые шкафчики или нет? Пока что пусто, ничего не находим. Ну да, такая толпень на меня напала. Все сожрали. Обжоры. Так. Скраб. Так. Да, семена черники. Конечно, как же без них? У меня уже столько на моей основной базе черники. Да и на нашей первой базе. Самой первой. Довольно много. Так что, свет не горит? Ну все, можем выходить. А, холодильник еще. Пусто. Сожрали все. Мы сделали дверь, но смысл, если вон еще одну дверь зомби сами. Проем дверной вырубили. Так. Ищем мы шахту. Мы еще ее прошли. Это вот это, да? Какие мы умнички. Так, ребятки, возвращаться-то особо неохота. А, далековато. Может, где-то еще по дороге найдем? Да, давайте все-таки, может, еще по дороге найдем. А то туда-сюда ходить, это почем зря время терять. И мы еще не посмотрели, что у нас тут с этой банданой. Итак... У нас лицо 16, да? Ставим эту. 15. А чё 15, это 16? Да кошмар. 15, 16. Значит так, давайте это ремонтируем. Нашу бандану. Может и уровень повысится. Просто фиолетовый цвет означает только то, что она дольше, чем синяя, будет ломаться. Вот, 18 отремонтировали. Что и требовалось доказать. Защита сейчас получше. На ремонт 5. Несправедливо. Давайте. Ходячий холодильник немножко потревожим. Отлично. Есть что кушать. Переработка. И побежали. Побежали. О, сколько тут камней. Надо это место как-то запомнить. Ты свинья, что ли? Так спрыгнуло громко, что мне показалось, что зомби там ходят, шуршат. Так, по карте мы не открыли еще ни одной пещерки, да, вокруг? А мы как бы вот бродим. Может его зомби пощекотать. А ладно, пусть живет. И так хромает. Бедный, несчастный. А вот мусорка это вещь. Мусорку обойти вниманием я не могу. Вышли мы на дорогу. Чувак, пещеру не подскажешь тут ближайшую? Пещеру Родина. Там много всяких няшек. Я слышала. Вот скраб у нас сейчас будет 75. 75, отлично. Бывает, в зомби есть порох. Поэтому я таких одиночек
стараюсь остановить и делать гоп-стоп. Чаек? Ну ладно, уже если начали собирать, давайте пару штучек. А пещера разве что где-то вот тут должна быть. Где-то вот тут. Они прямо возле дороги редко-редко проходят. У меня такое ощущение, что тут неподалеку есть пещерка. Какое-то чутье. Но мы по-любому найдем пещеру. Даже если не прямо сейчас. Уголечек. Ребятки, уголек мы не проходим стороной. Так. Давай. Вперед. Разрушайся. А, знаете, что я хотел еще посмотреть? Шлем наш мы получили пару раз по голове. Может, надо срочно отремонтировать. Пока она отдыхает, посмотрим. А, как от нас воняет. Мясо, мясо. А, в каком состоянии? Да, требует ремонта. Больше половины здоровья у шлема ушло. О, 13 полосочек. Много-много-много потратили. Зато сейчас я уверен, что в ближайшие пару ударов мы шлем с вами не потеряем. Так, в какую сторону бежать? Ага, туда. Стоять. Тут довольно много угля. Я хоть и насобирал много, а еще есть. Давай, 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 давай. Ломайся, уголечек. Ты мне нужен. Мне порох надо делать. А с порохом у меня уже возникли проблемы. Свинец так более-менее нормально со свинцом. А с порохом совсем плохо. Все, я устала. Устала Алла. Так, камушек. А заодно вам покажу. Так, где мы тут уголь? Глину собирали. И на нас собаки набросились. Не так далеко отсюда. Сейчас я выведу вас. Так, где же? Вот здесь мы глину собирали. Во, вот ямочка. И как на нас поперли собаки, я только успевал вот эти трупы собак винчестерами их отстреливать. И часть собак застряла в камнях. Вот за тем камнем. Я еще тут немножко их поубивала, видите, могилочки? На. Я тут встала, и то одна собака выскакивает, я с нее. В нее с винчестера бабах, то вторая выскакивает с винчестера бабах. В общем, замочила этих собачек. Большая собачья стая. А? Они вот что сделали в камне. Видите, какие пещерки? Вон сквозная какая. Дырень. Грот. Тут вон разбили. Один камешек отсюда взяла. Так, не мешай мне показывать. Чё ты как с курсоводки пристал? Так, сразу на переработку. Не видишь, я вот людям показываю, что со мной приключилось, что они не видели. В общем, видите, как они тут все раздолбали? Вот они почему-то застряли в камнях и не шли дальше. О, какие проходики. Пещерочка такая сквозная. Ку-ку. А, интересно, да? Вот это после того столкновения, когда я глину добывала. Но где этот ходит, ползет, вернее? А не. Слушай, ты, мистер подгузник.
Отдыхал бы лучше. Так, наскраб. Я переполнена. Так, переполнена. Наскраб. Что мне уже невозможно собирать что-то. Они все идут и идут. Порох. А, кстати. Чё я торможу? Вот сейчас ячейка освободится. Два патрончика мы сможем сделать. А, у нас и патрончиков нет, так что ничего не освободится. Но, по крайней мере, ячейка будет с патронами. Так. Вот вам небольшую историю своего приключения. Рассказал повествование. Вот яма, где глина. И вон там вот собаки услышали, наверное, как я добываю. Начали. Ну, слушайте, идите с моей базы подальше. Ходят тут, ходят. А на перья себе оставь. Я уже столько этих перьев имею. Уже не знаю, куда их девать. Перьями менее эффективно стрелять. Я только время теряю. Так, я думаю, может сначала обыскать магазин стройматериалов. А то, знаете, ребятки, я специально приберегла. Вот, приберегла. Поход туда для вас. Сейчас мы понаставляем тут, что мы насобирали. Так, с едой. С едой что у нас тут? Так, яички. Жирочек. Ну, жирочек в другое место поставим. Ладно, так и быть. Вон, мясо. Олениночки. Свинина, оленина. Медвежатина. Водичка у нас в другом месте. Тут у нас на этой базе все четко распределено. Что, где, как. Что находим в зомбях, сразу сюда складываем. Так. Что? Что еще? Вроде тут все, да? Далее. Посмотрим. Можем делать еще аптечки. Кстати, сюда давай. Так. Так. Что-то тут еще я хотел поставить. Надо немножко вот этих вот. И все вроде. Травиночка. Блиночка. Так. Потом придем сюда. Все это будем перерабатывать. Шкорки. Патронашки. Патронашки в ту степь. Сколько я... О, еще один скраб. Иди сюда. Так. Так, где мой рюкзак? Где меня убили тут? Где мой шотган? Мой любимый шотган. Так. Идем к дверям здания. Там наш трупик и трупик зомби. Обидно, конечно. А так вот погибнуть нелепо. Так, а где мой рюкзак? А в чем вопрос? Рюкзак! Да не за дверью случайно. Я боюсь кучу разбивать, потому что ударю по рюкзаку, рюкзак пропадет. Но я же тут погибну. Где? Ага. Ай-яй-яй-яй-яй. Куда ты исчез? Рюкзак. Ну, по идее, он здесь должен быть. Так, это я могу спокойно убрать. Работаем предельно осторожно, ребята. Так, до
подтягиваемся. Да давай, ломайся уже. Ближе боюсь подходить. А, ладно. Так, зачем? Ага. Рюкзак-то случайно не здесь, в этом кровавом месиве? Ребята, я серьезно боюсь потерять рюкзак, начну бить. Ты что, игра, издеваешься, что ли? Рюкзачок, ты где? Он тут должен быть. Я тут погибла. На крыше его нету. По карте показывает, что здесь. Боюсь. Так, потихонечку. Вроде бы он не исчез. Нажимаем, нажимаем, пытаемся собрать. Исчез рюкзак на карте? Нет, вот он. Вот он, где-то тут. Что, ребят? Где рюкзак, которого нету? Что это за фантастика? Что за фантастика? Нету нигде рюкзака. Обрадовалась дура. Рюкзак, рюкзак. Ну вот, по карте он здесь. Не в мусорке спрятался. Да что ж такое? Ребята, что ж такое? Да, знаю. Еще аптечку надо быстрее принять. Чтоб не погибло. Ах, с рюкзаком какой-то. Какой-то прикол. Ай-яй! Почти пол здоровья себе забрала у себя. Я не вижу, чтобы он где-то на крыше был. Блин, что за глюки? Ну что, ребята, давайте, я думаю, пойдем пособираем. А втыкайся здесь, стой. Назову всем. Пособираем, что у нас тут есть в ящиках. Пока еще светло. Я специально не обыскивал, чтобы вы вместе со мной видели, что я тут буду находить. Так, время есть еще до того, как зомби начнут бегать? Вроде бы есть. Так. Пусто. Спасибо за пусто. Так, давайте сначала все, что возле входа. Пусто. Как тут темно? Очень плохое освещение. Что в кассовом аппарате? Денежка. Корзиночка. Спасибо за продукты. За питье. Так. Это, наверное, мы с собой заберем, да? Нет. Тоже с продуктами. Тут ничего. А есть что-то. Давай тоже денежку. Так. Я просто тут близко окно стараюсь побыстрее сначала отсюда забрать. Все. Чтобы нас зомби через окно не видели. Здесь, кстати, угол я тоже заделал. Чтобы прохода у зомби не было. Так. Ну, все похоже. Все пособирали. Так, только корзиночка осталась.
И? Ага, бензопила. Вот, ребятки, неплохо. Сейчас мы с вами разживемся. Так. Так. Это как зомби тут хорошо все поразрушали. Спасибо за ничего. Так. Пусто. Какая темень. Так. А, так. По мелочи, честно говоря, ерунда полная. Ну, ё-моё, ребята, ну что за... Это кошмар. В такой темноте ходить, бродить... Хоть один где-то вот тут воткнем хотя бы. А с другим походим, посветим. Так, еще корзиночка. Так, насобирали корзинок. Одна из них фиолетового цвета. Вот еще корзиночка. Как раз для нашего мини-байка подойдет. Ну что? Раз, два. Открываем. Кирка никакого качества. Продукты. Так. Да что за темень такая? Страшная. Ну, давай, 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 берись, мусорка. Ну что, игра, привет. Я кракозябра. Сиди здесь. Так. Чуть не разрушила. Все, отремонтировали. Вовремя мозги включила. Так, что тут можем переработать? Эту корзиночку сразу. И вот эту на скраб. Место появляется. Это все тоже на скраб. Великолепно просто. Так. Еще одна баночка. Зомби пока бегать не могут. Не могут. Это нас пока что спасает. Похоже, кто-то зашел внутрь здания. Так. Ага. Ничего. Так, они уже близко, ребята. Тут ничего ломать не надо, так что возьмем дубиночку в руки. Так, это сюда. 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 Кто зашел в мое помещение? Это моя корова. Мое здание, я ее дою. Я тут все осматриваю. Наверное, она снаружи здания. Хекает мне там. Так. Ну, эти трупы. Придется все-таки поубирать. Ходить тяжело. Дело в том, что там сквозной проход. Зомби могут легко зайти. Так. Для бора. Для бора детали. Так. Давайте клеечек сделаем. Делайся, делайся, делайся. Давай быстрее. Так, съедим бутерброд ни туда, ни сюда. Вот. Одно стрело. 5 стрел с одного пера и одной палки. Далее.
Так, это переработаю. Нам это не нужно. Так, жалко, тут ничего переработать пока нельзя. Но, ребята, есть такие вещи, которые не супер-попер, нам нужны. Бумага. Так. Смотрим. Еще этот ящик. Тоста. Так, переработка. Тут. Переработка. Корзиночка. Синяя. Переработка. Ладно, такая кирка тоже переработка. Хотя, подождите. Там есть сейф, мы еще сейф этой киркой попытаемся вскрыть. У нас место раньше времени закончится. Но эту лопату мы можем и сами сделать. Мы сейчас довольно неплохо живем. И эту лопату тоже на скраб. Вообще костыль. Перебинтую просто так, по приколу себе ногу. Место освободим. Пусто. Вот знаете, когда места нету свободного, я, самое интересное, не так расстраиваюсь, что тут пусто. Ну, пусто, пусто. Так. Где книжка? Теперь мы можем арбалет, кстати, сделать. Давайте перекусим. Знаете, я думаю, стоит дверку сделать, чтобы мы спокойно досмотрели, что тут есть в ящиках. А то как-то погибать не очень-то охота. Если со спины подойдут, начнут нас дубасить. Вот у нас будет хоть время сориентироваться. Так. А, такая темнотища. Сделаем один факелочек. Дополнительно. Так, где ты? Иди сюда. Здесь свети. А, еще одна металлическая дверь и разводной ключ, но он нам не нужен. В этой версии игры он нам не нужен. Так. Пусто. Так. Да сколько дров? Дров я сама могу насобирать, дают мне дрова. Я понимаю, магазин стройматериалов. Половина ящика пустых. А то, кстати, по идее должен был быть сейф, да? Сейфа уже нету. Его выломали вместе с куском стены. Ну, нормально. Нормально. Так. А сколько бумаги. Можем часть бумаги оставить дома. Ну что? Идем аккуратненько, осторожненько домой. Закрываем за собой. Хотя, честно говоря, тут настоящий проходной двор. По-быстрому. Тут пока защиты нормальной нету. Зомби могут здесь подобраться ко мне. Я говорю, надо будет вот этот камешек убрать перед входом и там поставить колья. Целый ряд кольев. Так, мы дома. Посмотрим, что у нас тут. А, не добрали немножко. Вот, сейчас. Разожгем печку. Фу. Разожглась. Так. Давай, давай. Один слиточек есть. Отлично. Вот еще свинец. Вперед, вперед, перерабатывайся.
Так. У нас в этом ящике оружие, да? Давайте пока и перо поставим. У нас в этом ящике все самое ценное. Двери. Металлические фреймы. О, для бура. Ага. Так, кирка. Ладно, кирка, побудь пока здесь. Успеете я всегда разобрать. Так. Попить у нас просто великолепно. И с пивом проблем нету. Мед есть. Все как полагается. Живем. Так, ладненько, семена пока сюда. Пока сюда. У нас тут еще есть свинец. Давай, 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 делайся. Делайся. На тебе целое бревно. Давай, 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 давай. Сейчас бумаги можем оставить. Лишнюю ячейку занимает. Так, а бумагу, бумагу. Бумаг мы тут будем держать. Так как это все-таки производство пороха, пулек. Все ингредиенты должны быть здесь. И порох, и бумага, и дробь. Так, крем-комплектов пока хватает. Так. Здесь можно всякую мелочь. Вот сколько мы подсобирали. Вот те 17 шкурок от собак. Где-то с 2-3 мы не успели насобирать. Те, что камень долбили, то, что я глину ходила, собирала. Вот. И немножко... Кстати, давайте, может, еще одну печку соорудим. Глиной. А, вот этих камней мало. Ча! Мы выйдем, насобираем. Давайте пока что будем с вами прощаться. Вот. До следующей серии. В следующей серии пойдемте уже за ящиками. Ориентир здесь. Помните, я показывал с камня? Пойдем ровно в ту степь. Найдем ящик. А второй ящик, то, что мы давно-давно хотели найти. Где он? Так, карта, уменьшится, пожалуйста. Вот здесь вот. Так что у нас с вами два ящика на... в поисках. Сюда. Сюда идти куда-то. И... и сюда. Это уже будет в следующей серии. В этой мы не успели. Вы видели, что нам собаки помешали. Опять свора пришла. О, кстати, мы на крыше же не были. Обыскали здание, на крышу не залезли. Давайте перед тем, как с вами попрощаемся, обыщем еще и эту крышу. Я тут ничего не обыскивала, я ждала вас. Чтобы все было по-честному. Даже если много чего без вас сделаю. Чтобы вам было не обидно. С рюкзаком нас игра наколола. Я не знаю, что делать. Рюкзак просто пропал. Он показывал, что он есть. Но фактически его нету. Так. Тут ничего, пусто. Люблю вот такие сумочки обсматривать. Вечно у них всякие няшки попадаются. Нас услышали зомби. Сообразят они забраться? Нет. Но мы уходим отсюда. Так, закрываем дверку. Все, до свидания. Нас там нет, сейчас они нас с виду потеряют и успокоятся. Он ходит везде зомби. Так.
Жалко здание. Они так его рушат нещадно. Отовсюду. Так. Что мне с факелом делать? Давайте воткнем еще сюда. Так. Похоже, не это здание рушат. Где мы с вами? Ну, утром я посмотрю, что там. Они успели нарушить. Колев тут полно. Ребятки, здесь много колев. О, сколько кровавых от собак осталось. Давайте с вами будем прощаться. В следующей серии пойдем, как я и говорил, на поиски ящиков. Ну, может быть, и этот рюкзак постараемся как-то найти. Я так и не понял, куда он делся. На карте показан, но его нету. А было бы обидно потерять такой прекрасный шотган фиолетового цвета. Эх, ладненько. Оставляйте ваши комментарии. С вами была Крокозябра. Пока-пока. Бай-бай. До следующей встречи.